В стране будет присмотрена методика подготовки специалистов сельского хозяйства. Об этом в Сенате сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашокеев. Министр, представивший проект закона о животноводстве, сказал, что проблем в сфере много. Главное – нехватка кадров. Не хватает специалистов, владеющих современными молекулярными методами генетической селекции четвероногих. Именно поэтому темпы искусственного оплодотворения в стране не радуют. Всего 15%. 40% в соседнем Узбекистане, 60% в России. Тем не менее, поголовье растет. За годы независимости поголовье казахского белоголового скота увеличилось 6-7 раз. По словам Карашокеева, внесенные в законопроект изменения и дополнения придадут положительный импульс развитию отрасли.